Для Гульжан Куатовой сегодня особенный день. Теперь она собственница новой трехкомнатной квартиры в Шымкенте. А по соседству тоже военные. Ко дню защитника Отечества 19 военнослужащим воинской части 6506 вручили ключи от квартир. Я давно мечтала об этом. Мне так приятно. Теперь будет свой дом. Квартиры в новом микрорайоне Туран получили офицеры, солдаты и те, кто стоял в очереди за жильем по государственной программе Нурлы-Жер. Для военных сделали немного упрощенную систему. Теперь защитники Отечества будут платить за свое жилье в размере отдельно получаемой на службе компенсации на жилье. Чтобы облегчить оплату, защитникам страны дали возможность производить платеж согласно собственному графику погашения, который будет утвержден с банком. Данная программа реализована в свете реализации плана 2019 года, год профессиональной подготовки батальонного звена. Это программа, утвержденная главнокомандующим Национальной гвардии. В реализации социальных возможностей, в реализации социальных программ защитникам Отечества, который сегодня выполняет свой воинский долг. В 2019 году планируется еще одно массовое новоселье среди военнослужащих. Только на этот раз вместо 19 человек квартиры получат около 500 семей.